Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? Почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается, я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно и в то же время грустно. Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно и в то же время грустно. Почему мне стоило не хватать тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это передоз. Но почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь тебя, я одну. Но почему? Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно и в то же время грустно. Все это мое чувство одновременно радостно и в то же время грустно. Дорогие друзья, всем большой привет! С вами Раиль Арсланов. Вы только что прослушали мой кавер на песню группы «Время и стекло», наверное, потому что... Если хотите получить самый полный разбор из существующих на гитаре и на баяне на эту песню, ставьте лайки, а как наберем 1000 лайков, сразу выйдет разбор на эту песню. Это я обещаю, ребята, будет самый полноценный, самый крутой разбор этой песни. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на музыкальный блог, это тоже один из основных критериев получения данного разбора. Оставляйте комментарии, ну и до скорых встреч, пока!